Анонс и точная дата выхода 8 части сериала «Сельский детектив. Черная бабочка». Первые две серии сериала выйдут на телеканале ТВ-центр 24 сентября. Сюжет сериала. Бесстрашная Олеся, проживающая с дедом в небольшой деревушке Ольховка, раскрыла немало преступлений, помогая местному начальнику полицейского участка и его подчиненному, который успел влюбиться в городскую особу. Но самоуверенная девица, выбравшая деревенскую жизнь, предпочла романтичному Кузьме мужественного, но женатого лесника Григория. Только законная супруга не собирается давать суженого приезжей выскочке. Страстный роман с Гришей, который тоже был подозреваемым, мог бы закончиться свадьбой, но обстоятельства развели пару в разные стороны. Неунывающая Леся не сидит без дела и вмешивается в ситуацию, связанную с лесными угодьями. Она пытается добиться прекращения вырубки леса и совместно старается наладить личные отношения. Теперь детектив в юбке точно уверена, что Кузя подходит ей больше, но сам правоохранитель не догадывается о ее выборе. Напомним, премьера сериала состоится 24 сентября на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.